время вспять. Я так хочу тобой дышать. Очень красивая песня, которая уже популярна в Армении. И очень, на самом деле, интересная идея клипа, что люди из разных времен, но они любят друг друга, а это любовь, и это здорово. Если рядом ты, люби, а люби не говори. Я та женщина, которая нравится какому-то определенному мужчине. Ну, он должен не пытаться меня переделывать, он должен принимать меня такой, какая я есть, а любить меня, конечно же. Вот, и быть порядочным человеком. Для меня это очень важно. Одно сердце на твоей, нам с тобой делить не надо. Есть очень навязчивые поклонники, которые почему-то позволяют себе ночью писать всякие смс-ки странного характера. Вот, даже уже думаешь, надо обратиться в милицию за помощью. А есть такие, которые вот такие, которые делают татуировки. Ну вот, слава богу, агрессивных не было у меня. Ты, жизнь моя, ты боль моя. Я в любовь не верю, если не тебя. Люби. Я периодически сижу на каких-то диетах, поэтому это не важно, какой там пляжный сезон. И так как я чувствую, что если чуть набираю вес, я сразу сажусь на диету. Но вообще уже к лету надо готовиться сейчас. Вы знаете, я считаю, что каждая женщина красива, просто на вкус и цвет, как говорит товарищ. Кому-то нравятся брюнетки очень худые, кому-то нравятся пышные блондинки, кому-то нравятся маленького роста женщины, кому-то очень высокие. Поэтому я считаю, что женщина должна себя просто уметь вести, она должна уметь разговаривать, должна быть начитанной, интеллектуальной, интересной.